Марина. Всем добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Марина, мне 49 лет. Я живу в Ташкенте. На концепцию здоровья я пришла в апреле этого года благодаря своему тренеру Диле Алимбековой. У меня были проблемы с щитовидной железой, диагноз аутоиммунный тиреидит, зоб 2-3 степени. Год я пила гормон Эутирокс, и на этом фоне я набрала еще лишний вес. Из-за проблем с щитовидкой у меня абсолютно не было никаких сил и энергии. Я ложилась спать, ну, за полночь и просыпалась где-то в 9-10 утра. Помимо этого, у меня также были проблемы с желудочно-кишечным трактом, такие как непереносимость жирной пищи, тяжесть после еды, также изжога мучила. После того, как я прошла курс программ Detox Plus, антипаразитарную и Калавада Plus, я себя чувствую значительно лучше. У меня появились энергии, очень много энергии и сил. Я нормализовала свой день, сон. Я теперь ложусь спать в 10 вечера и просыпаюсь в 5 утра, чтобы проделать 10 тысяч шагов. Я скинула 6,5 килограмм за это время. И самое главное, я не пью гормоны сейчас. Вот. И все симптомы по желудочно-кишечному тракту также у меня ушли. Хочу добавить, что я не останавливаюсь на достигнутых результатах. Я поставила новые цели по здоровью и теперь иду к ним. Спасибо. Марина, да, вы умница.